Свой юбилей отмечает Куровской центр детского творчества, или как его все называют, районный дом пионеров. В этом году ему исполнилось 75 лет. Куровской дом пионеров на протяжении всей своей истории был центром активной творческой жизни школьников и молодежи. Здесь было место инженерной мысли и театральным постановкам. Пионеры под руководством вожатых выпускали агит-листовки, учились фото- и изоискусству, ловили радиоволны, изучали киномеханику. В доме пионеров всегда кипела жизнь. В юбилейном концерте все зрители смогли окунуться в пионерскую атмосферу, вспомнить, как соревновались в сборе макулатуры и металлолома, как участвовали в Тимуровском движении. Татьяна Кокарева 26 лет руководила Домом пионеров и Центром детского творчества. Сейчас она вспоминает, как трудно иногда приходилось. Сложные были годы. Вот сейчас, проанализировав уже по истечении длительного времени, ведь мы прошли через такую тяжелую годину. Это просто тяжело сейчас вспоминать. Это перестройка. Самые страшные годы – это годы, когда развала Советского Союза и развала детской пионерской организации. Это дефолт 98-й год. То есть все время, на протяжении которого я стояла у руля, было очень сложно. Но сейчас, по истечении времени, вспоминая это, мы в то время не ощущали этого, потому что, видимо, молоды были, и очень целеустремленные. В юбилейный день сегодняшние воспитанники поздравили тех, кто стоял у истоков, пионер-вожатых, методистов и руководителей кружков. В свою очередь, грамоты и благодарственные письма получили и те, кто сейчас не дает угаснуть творчеству в центре. От районного управления образования и директора ЦДТ вручили сертификат на проведение ремонтных работ. Также именинников поздравили представители городской администрации, совета депутатов, общественных организаций и предприниматели. Сейчас Центр детского творчества принял пальму первенства от Дома пионеров. Он по-прежнему в центре культурной и творческой жизни школьников. А выпускники Дома пионеров не расстаются с творчеством и музыкой, которая однажды их связала.